семьи откроем, с песней дом построим, пусть для всех он станет близким и родным. С веселых песен и бодрых напутствий стартовал в Граце творческий субботник. В региональной акции участие приняли волонтеры культуры и студенты Городецкого губернского колледжа. Вооружившись граблями, метлами, лопатами, они приводили в порядок территорию возле одного из исторических зданий города – усадьбы Авдотьи Лапшиной. Это излюбленное место грачан и приезжих туристов. Это смотровая площадка, это памятники истории, это Александр Невский. Поэтому именно это место. Здесь люди отдыхают, здесь гуляют, здесь просто красиво. Мне всегда нравилась волонтерская деятельность. Я также состою в вокальной студии колледжа, занимаюсь в театральной студии, люблю помогать. Мне это все нравится, я делаю это все с удовольствием. Настроение отличное, все нормально, все хорошо, все замечательно. Прекрасная погода, люди. Буквально через час работы территория заметно преобразилась, и от мусора не осталось и следа. Но на этом, поскольку это не просто субботник, а субботник творческий, его участники не разошлись. Ребята пройдут в усадьбу Лапшиной, их там ждет мастер-класс и чаепитие. Ну, на каком субботнике еще ты сможешь своими руками что-то сделать полезного, помимо того, что убрал территорию? Татьяна Каныгина, Евгений Прокофьев, Городец ТВ, специально для «Время новостей».